в Инстаграме. Как ты понимаешь, написали только тебе или сразу всем? Если самолетик синий, значит, прилетело в личку. И мой ответ тоже никто не увидит. Нет, нет, это же в личку. Я понял. Это же в личку. Не хочешь поговорить? О чем, о твоем соусе? В ресторане все поменял. Стал по-другому одеваться. Живопись полюбил. Может, случилось что? Прости, что ты говорил? Как вообще жизнь, все пучком? Ну так, все хорошо, спасибо. Здравствуйте, Сол. Здравствуйте. Вот висит ваша картина. Хотел посмотреть на нее вместе с вами. Очень странное чувство. Да, аналогично. Я в расцвете лет? Ну, конечно. Что это с твоим отцом? Вау. Он в полном неадеквате. Я поеду в Корею смотреть на вишни. Ты чокнулся? Нет. Ты молодец. Ты следуешь своим порывам. Исследую магазины, женьшеневые поля. Абонент не отвечает или временно недоступен? Но она обещала приехать. И сколько ты уже здесь? 3 дня. Да у нас забастовки и то короче. Спишь тоже здесь? Да, на скамеечке. Французский любовник! Приветствую! Господи, ой, мама. Что? Нет, нет. Вы знаменитость. Черт. Ты что принимал? Давай, давай, давай! Хэштег «Я здесь». Давай. Так, не все попали. Еще разок. Чиз! Я жду тебя.